Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dream Defenders. Так, мы остановились на 8-м уровне, так как 7-й уже пройден на 3 звездочки. Так, ну что, поехали. Блин, жалко, у нас мало этих кристалликов. Так, улучши навыки. Ну, это понятное дело, что улучши навыки. Оу! Это что, носок? Носки мы еще не убирали. Будь внимателен, Диди. Летающие кошмары нельзя подстрелить огненными шарами. А еще они облетают орех. Хитрый носок, в общем. Угу, понял. Слушай, мало того, что он хитрый, так он еще... Ты гляди, ты его задолбаешься бомбить на самом-то деле. Давай, наяриваем. Ты гляди. Вы сейчас серьезно? Ё-моё. Ты просто полюбуйся, что здесь творится. Кабан, отвали. Ага, успели. Это что еще за армия такая? Все, справились. Блин, они не успокоятся, пока тут, видимо, не уничтожат нас. Ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты погляди, что творят, а. Так, опять эти хламоны идут. Посмотри. Очень много. В касках к тому же. То есть как бы усиленные, да, получается. Я, конечно, побомблю их от малька. Так, переключаемся. Ну, само собой, нужно прокачивать навыки, потому что монстры становятся сильнее, а мы как бы для них слабее. Ты посмотри, сколько у меня энергии осталось. Куда это годится? Ох ты. Да. Да я сейчас. Ну ты посмотри, что творит, а. Я проиграл, ребят, я не могу даже отбить. Надо было, наверное, 2 выстрела делать. Так, 113 аниров у меня. Давай-ка мы перейдем с тобой в умение и прокачать. А что я могу прокачать? Скорость прокачана полностью, навык. Ну давай навык. Немножко прокачаем. Так, что еще можно? Здесь взрыв. А что такое взрыв? Увеличит радиус поражения огненных. Вот, огненных атак. Это можно, ребята, качнуть, если честно. Все. Ну что, поехали, попробуем еще разок. Сложно. Сложно, и все тут. Это что? Носок? Да, это носок. Диди. Летающие кошмары нельзя подстрелить огненными шарами. А еще они облетают орех. Хитрый носок, в общем. Точно. Хитрее некуда. Нет, крысы. Прочь все. Не подходить к дереву снов. Фух. Так, кто там у нас сейчас, по-моему, пойдут эти опять, да? Нет, там крысы, по-моему, сейчас. Да. Вот эти, которые идут с петардами, они как-то намного сильнее. Так, а вот сейчас, по-моему... Да чтоб тебя, что я все... Думаю, что сейчас пойдут эти. В касках. Кошмары. Ай! Один все-таки взорвался, да? Бам-бам, бам-бам. Давай, хорошенько бомбим. Пускай они еще тут как раз поджариваются. А вот этих мы уже с тобой добьем. Насколько я помню, сейчас опять побегут крысы. А, нет, сейчас носок, по-моему, полетит. И кто? Точно. Ха-ха-ха.
Видишь, что он делает? Да хорош ты. Понял? Идут опять. Идут эти маленькие кошмары. Но маленькие, они очень быстро взрываются. Вот эти вот будут посерьезнее, которые покрупнее. Ага. Так, это последний, да, судя по всему. Все, я справился. Жалко, конечно, не на три... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, справился, я говорю. Да ну! Вот это да, вот это фейл, ребята. Просто прилетели и заплевали меня, прикинь. Вот так вот. А ты говоришь. Трэш. Так, огонь. А, может быть, нам нужно с тобой побольше. А, интересно, что это? Жизнь, темп. Повышает частоту. А, фея. Ну, по идее бы, конечно, надо бы. А то фея там еле-еле строчит. И урон, конечно же, ему нужно повысить. Все. Он действительно нам нужен, как вспомогаловка, ребята. Он очень даже неплох. Блин, я пройду этот уровень сегодня или нет, а? Че за трэш? Давай двойные. Это что? Да, 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 носок. Летающий носок. Диди. Летающие кошмары. Нельзя подстрелить огненными шарами. А еще они облетают арену. Хитрый носок, в общем. Ага. Очень хитрый. Но мы хитрее должны быть. Да ну, завязывай давай. Тут еще уже и крысы побежали сразу же. Ага, не пройдете, голодранцы. Так, сейчас, по-моему, опять крысы побегут. Я, наверное, сюда пару залпиков выстрелю, чтобы этот огонь был. Так, фей, ты бомбишь? Мне просто не видно. Ага, отличненько, здесь все хорошо. Вон они бегут со своими петардами. Ну давай, 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 давай. Да что ты? Не успела. Фу. Ой, что делаю-то? Хорошечно-то, смотри. Как у нас тут, друзья мои, хорошо идет. Так, теперь пора вжаривать. Ну? Диди, ну ты че? Спишь, что ли, я не могу понять. Наоборот, ты должен защищать это дерево снов. Нет, он... А, носок же сейчас. Так, ребят, надо нам вот так вот сделать. Фиг с ним. Так, а сейчас же еще пойдет, да, по-моему? Отряд. Поехали. Да, с этими летающими носками надо что-то придумать, ребята. Надо их как-то издалека, что ли, бомбашить или что. Вот сейчас они полетят. Три штуки аж целых. Минус один. Минус два. Е! Новое достижение. Наконец-то, друзья мои, я прошел и получил немало, кстати, анирчиков. Это круто. Одна звездочка, правда. Так, опять у нас тут какое-то, видимо, достижение. Ладно, мы с тобой что будем делать? Прокачиваться, конечно же. Так, энергия. Огонь. Огонь, огонь, огонь. Темп, это все понятно. Стойкость, урон, навык. А почему навык тут ноль? Уменьшает время восстановления специального навыка феи. Ну, это надо прокачать. Взрыв, орех. Урон. Так, нам бы вот здесь вот прокачать навык, наверное, по полной. Давай сделаем, да? И остается нам урон и огонь. Ну да. Здесь тогда мы с тобой тоже прокачаем взрыв. Все.
больше у меня ни на что не хватит. Ну что, давай глянем теперь на девятую миссию. Мне кажется, здесь будет... Опа, опа! Это собака? Или демон? Это собакон. Наполовину пес, наполовину демон. Ужас какой! Не нравится мне его трезубец. Собакон атакует очень быстро. И лучше тебе поверить мне на слово и не подпускать его к дереву. Да? Да, он помимо того, что атакует быстро, он еще очень такой крепкий. Собакон. Ай. Совсем забыл. Давай, 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 свиночки. Помираем, помираем. Собаконы, понимаешь, что тут. Вон он бежит. Ну ты посмотри, сколько в него нужно бомбить. А если такая армия из собаконов пойдет на меня, что тогда будет? Они меня растопчут просто, вот и все. Давай стрелять. Эй, твою налево. Давай, 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 давай. Пока они такие замороженные. Е, даже не успели пикнуть. Обстрел. Это дело дрянь. Да куда ты, говорю, переключись, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это было тупость и глупость на самом деле. Пипец. Ну еще один такой выкрутас и все, и можно сказать, сфейлимся. Давай ты наяривай. Просто целая армия ползет. Так, переключаемся. Ведь сколько раз говорил себе, Рэй, поставь кнопочки, чтобы было тебе удобно переключаться. Нет, не делаешь ни шиша. Ну, мучайся теперь. Так бы хоп-хоп, кнопки выставил бы здесь и все. Не было никаких проблем. Да ну, че, все? Так, эти не бронированные. Ну все, хватит уже. Блин, я боюсь, здоровья не хватит. Боюсь, не хватит здоровья. Здесь сейчас опять эти летуны прилетят. Собаконы идут. Ну куда ты там бежишь? Разогнался. Шпарит, типа я его не вижу. Блин, у нас бы вот эта вот заморозка бы срабатывала как-то получше. А, они, когда врезаются, взрываются. Вот оно что. Ну и круто. Так, сейчас, мне кажется, сейчас кто-то полетит. Ага. Ой, это орех там жевать. Жует он там, наяривает. Так, продолжаем. Ну! Блин, Диди, ну ты тупишь, ну... Да... Трындец, конечно, Диди, ты даешь, блин. Надеюсь, прошли. Да, ребят, все. Фух. Блин, опять одна звезда. Так, а нервов у нас 224. Что я могу сделать? Я могу прокачать урон... И все. Только на урон мне не хватает. Блин, а сколько облики стоит? Это у нас активный. Что собрать? 150 звезд. 5000 очков. 30 уровень. Купить. 50% к темпу стрельбы феи. И 10 к темпу атаки диди. 59 рублей всего стоит. Энергетизация неплохо. Воу-воу-воу. Враги начинают промахиваться по дереву, прикинь. Воу. Фига тут.
Единожды подожженные вранги горят, пока не умрут. Фига себе. 25 тысяч анеров собери и получишь вот такой вот подарочек. 25 тысяч анеров, нифига себе. Так, а у меня 750, мы с тобой сундук можем какой-то открыть, наверное, вскоре. Ну что, попробуем 10 уровень, посмотрим, какие тут новые монстрики у нас будут. Оу-оу-оу. Какой милый дракон. Ты быстро перестанешь так о нем думать. Драконы — одни из самых неприятных кошмаров. Они летают, они игнорируют огненные шары, они плюются огнем. Давай подлечим его изжогу. Его огненные снаряды не остановить орехом, зато можно сбить своими энергетическими выстрелами. Я так и понял. Какие же вы тугие, а? Так вот два дракона полетят, и ты замучишься их бомбить. Нет, у этого ореха надо явно прокачивать темп стрельбы. Или скорость, или еще что-нибудь в этом роде. Хрю-хрю-хрю-хрю, это так не годится. Урон вроде бы неплох, но вот именно скорости не хватает. Так. Демоны нападают. А урон? Да, у нас остается там прокачка только по урону, да? Ну, стоит, конечно же, зверско. По 200, это сейчас вот последнее улучшение. Стоило 200 аниров. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорош, хорош, ребятули. Фига вы тут. Горите, горите, горите. Как раз для вас тут огненные лужаечки. А этим демонам по барабану. Они идут по огню, как по траве. Ну, потому что они сами огненные. Так что, вот. Вот, друзья мои, о чем я вам говорил. Так вот прилетят два дракона. И вот как вот мне. Они сейчас если прилетят. Ёлки-палки, давай, фей, помогай. Фух. Нет, тяжело с ними, конечно, будет справляться. Окей. Тем более огонь им бесполезен. Так что надо фея как-то мне прокачать, чтобы он, наверное, поэффективнее бомбил, да? Ну и здоровье у дерева, чтобы было побольше. На самом деле здесь все надо прокачивать. Даже тот же самый орех. Так, бегу, да? Здесь справились, мне кажется, сейчас пойдут броневики. Нет. Ну давайте, блин, ну. Трындец. Повезло, повезло просто опять чудом каким-то. Свиноты. Поехали, поехали, поехали. Давай, 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 вжариваем. Такой звук, знаешь, когда получается, когда наш фей готов. Вот такой получается звук, как будто рюмка загремела. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну-ка. А он не бронявый, да, был? Но все равно надо было для профилактики выстрелить. Окей. Так, с этим, ладно, разберемся. Погнали. Ой, погоди тут. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Замораживай его. Блин, орех не готов. Эй! Да блин! Другого варианта не видел, ребят. Только так сделать мог.
Фух. Тихо, еще раз нарадоваться. Ты посмотри, что творит. Он действительно очень быстро бомбит. Демокот этот. Фух. Да, друзья. Позже. Так, у нас с вами 282 анира. Я могу прокачать урон. 300 стоит следующее повышение. Мне что-то подсказывает, что нужно проходить 8-й, 9-й. Кстати, тут совсем немножечко остается. Давай попробуем 8-й уровень с тобой пройти на 3 звездочки. Это что? Да, носок. Будь внимателен, Диди. Летающий кошмар. Нельзя подстрелить огненными шарами. А еще они облетают орех. Хитрый носок, в общем. Блин, если бы у меня вот эти вот огненные снаряды были бы офигенно прокачаны, вообще бы было бы четенько все. Ну ты посмотри, у него... А, у него вначале здоровье тратится, а только после этого жизнь, да? Давай. Отлично. Так, еще бегут. Ну, с этим я справлюсь. Так, сейчас, по-моему, кто? Пойдут эти? Да. Броневички. Половина из них не доходит, потому что сгорает элементарно. И это круто. То, что не сгорает, это очень хорошо. Так, сейчас, по-моему, полетят. Их тут... Этих две тут пакости будут, это я точно помню. И в конце уже полетят 3 штуки. Давай, вжариваем. Теперь добиваем их. Не трогай орех, гаденыш. Так, и сейчас, насколько я помню, полетят уже последние 3. Вот так вот, ребята. По-моему, на 3 звездочки тянем. Ни одного касания не было. Да. Вот это я понимаю. Так, у нас... 200 аниров получается всего лишь, да? Да, 204 анира. Что я могу себе позволить за 204 анира? Огонь, темп. Темп, взрыв. Урон. Вот темпа бы, конечно, бы подбавить, а то... Ой, подожди. Темпа бы неплохо было бы, да, добавить? А то как-то вяленько он кидает. Ну, 9 уровень, не знаю, сможем ли мы пройти с тобой на 3 звездочки. Можно, конечно, попытаться. Я хочу просто заработать там сундук, который у нас с тобой наверху доступен. Это собака? Да. Собакон атакует очень быстро. И лучше тебе поверить мне на слово и не подпускать его к дереву. Так, а тут пауза есть? Нет, тут никакой паузы. Хотел просто на паузу нажать и расставить, ребята, кнопку. Чтобы можно было переключаться не вот кликай сюда, а просто в любой момент. Кнопочка 1 энергия, кнопочка 2, например, огненный снаряд. Кнопочка 3 орех, кнопочка 4 фей. Так было бы намного, ребята, удобнее. Ну давай, прижучивай. Солидно. Ой. Отлично. Так, здесь лучше, наверное, сделать орешком. Неужели... А, нет, не прошли. Так, носок. Это шваркнули. Ага, хотел там. Обстрел, ребята. Огонь батарея, огонь батальон. Да сколько у вас там, а?
Так, стоп. На энергетические снарядики подключаемся и начинаем бомбашить. Так, кто там следующим полетит? Какой-то демон. Эти же в броне, Кто сейчас, я уже не помню. Это демоны эти. Это пес или это демон. Демона-кот. Так, вот сейчас, по-моему, будет самое сложное. Полетит кто-то, полетит. Ай-яй-яй. Ребят, не успеваю. Чудом успел. Так, фей у меня откатился. Че я туплю-то? Нет, пока не будем ничего делать. Вот так вот. Отлично. Пару бросков. Еще пламя. Друзья, на 3 звезды, как с кустика. Ха. 246 анеров. Вот, я хотел посмотреть, что у нас тут. Ух. Да ладно, серьезно что ли? Остальное завтра. Я вот хотел, ребята, вот это вот, что такое? Повышает урон по броне кошмаров. По броне. Твою налево. Нет, я, наверное, все-таки прокачаю урон. Я прокачаю, ребята, урон. Так, а здесь мы с тобой сделаем, наверное... Блин, взрыв. Ой. Так. Вот, взрыв полностью прокачан у нас. И тогда прокачаем навык. И урон. Вот так, друзья. Ну что, давайте, наверное, на сегодня пока закончим. Но обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим. Тут, кстати, скоро будет босс. Очень интересно на него глянуть. Кстати, босс появляется именно в каждом... В каждый сезон. То есть летом, осенью, зимой, да? Ух, да, будет еще та битва. Ну что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.